Коммунальное хозяйство Ишимского района на 90% готово к зиме. Подготовительные работы начались сразу по окончании отопительного сезона в мае. На ремонт 20 объектов сетей тепло- и водоснабжения из муниципального бюджета было выделено около 30 миллионов рублей. На сегодня дорабатывается последний из крупных объектов – теплосеть в поселке Детский санаторий. Годом ранее здесь отремонтировали котельную, отапливающую два многоквартирных дома, административные здания и пожарный пост. Но из-за ветхих труб теплоснабжения потребители не получили качественную услугу. У нас были не раз порывы в тепловых камерах, у нас были потери воды в самой котельной, были очень долгие поиски потери. Это у нас были многоквартирные дома, где-то в подвалах возникали проблемы. Где-то сама сеть очень бурно себя вела. Видимо, все-таки износ данных сетей послужил причиной всех этих аварий. Старые трубы меняют на полипропиленовые с утеплителем. На ремонт теплотрассы протяженностью 1200 метров выделено 5 миллионов рублей. Этих средств хватит на больший объем работ. Процент износа более 90%. Да. И было принято решение за счет сложившейся экономии направить эти деньги также на ремонт водопроводной сети, которая идет в одном лотке, так скажем, с теплотрассы. То есть такое понятие, как спутник есть. То есть вода идет спутником с теплотрассой. И решили, что отремонтируем мы тоже параллельно.